Открытый телеканал представляет. Доброе утро! В эфире РЭП-новости. Горячие новости на сегодня все сразу. Новости о том, как живет Израиль после конфликта с Газой. Народ озадачен, можно сказать, в прострации. Мы победили, но где акт о капитуляции? Сколько еще воевать? Ведь стало известно точно, 70 девственных гурий работают сверхурочно. Спасибо мальчишкам, что ушли на войну, защищать нас и свою страну. Война не отпускает, есть и другие сюжеты. Наши корреспонденты рассказывают про это. Ужасный переполох случился в среду среди израильских патентоведов. Давно не видывал такой напасти. Говорите в микрофон, скажите здрасте. Какое там здоровье? Не спим неделю. Изобретатели не на шутку взялись за туннели. Приносят идеи, чертежи, трактаты. Еврейский гений против арабской лопаты. Хочется спросить, а для еврейского гения нельзя ли отыскать получше применение? Наш корреспондент решает теорему. Что думают граждане на эту тему? На площади Габимы полный аншлаг. Надеюсь, сегодня обойдется без драк? Нет, я офигеваю. Точнее, нахожусь во фрустрации. Сложилась парадоксальная ситуация. Меня бесит все, что делает этот правый пацан. Но вот купил обоим пиво и раздобыл стакан. Не то, чтобы я сегодня стал с левой ноги, но оказалось, что и у левых есть сердце и мозги. Понравилось пиво? Нет, это незаконно впускать в Израиль таких охламонов. Причем здесь пиво? Есть другая сенсация. Оказалось, что мы вместе и не можем расстаться. Алло, Габима, сообщите зрителям, что там происходит за историческое событие? Левые, правые, светские, религиозные, политики начинающие и одиозные, солдаты, студенты, профессора и рабочие, и даже девушки, чьи профессии многоточие. Израильтяне всех возрастов участвуют в мероприятии круглых столов. Отличное дело! Замечательная подмога, не зря говорят. Мы мониторим ситуацию в соцсетях. Прямо скажем, ситуация приобретает небывалый размах. Основная тема не электронный щит, а единство народа. Вот что нас защитит. И не потому, что гоблины из Хамаса обдолблены куревом Ганджубаса. Нас загоняют в мамады. Народ един, потому что мы сами того хотим. Мы едины и вместе достигнем цели. С вами РЭП-новости один раз в неделю.